Ячейки Windows. Программы и Windows. Всем привет, дорогие зрители. Сегодня посмотрим на программу под названием VLC. Вот она. Во всей красе. Сейчас запускаем программу. Вы видите, вот она, вот. Медиа. Подожди, а может ты джерпи открыть? Серьезно? Что? Ни хрена себе. Прям матом уже хочу ругаться. И тут вот клипчик откроем. Смотрите, реально воспроизводится. Ни хера себе. Дела? Не, не знаю. Понятно. Файлы. Диск. Чао? Что за хрень? Что за хрень, правда, друзья? Ладно, у меня нет никаких дисков. Открыть папку. Где-то у меня была папка Денкар. Папку Денкар. Господи! О, стрим, кстати. Короче, видно, с Медиаплеер Классик не открывается почему-то. Да, блядь. Где... Инвит, разбейник! Выйди отсюда, разбейник. Папку открыли. Иди. Это что еще за чудище поет? Да ёбаный же ты! Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. А, свет выключили! Ну, давайте... Можно копии? Замечательные! Бэц. И прекрасные бэ-продав! Че? А, картинка, понятно. Эти устройства захвата. Ага, понятно. Фигня какая-то. Пусти. Понятно. Пошел в жопу. И поезд как. И посмотрим. Какой паркур есть ролик. Да, друзья, микрофон. Какие это сохраним говно, блин. Синдур. Сейчас вам покажу баг. Будет все идти подробно. Возвращаемся к нашему ВЛЦ. Блин, на чем мы уже остановились? Планируют сохранить? Чего? В смысле? Что за хрень? В смысле? Сохранить. Давайте сохраним на мою флешку. Хорошо. Ну хорошо. Начать. О, ошибка, не файл не удалось. О, блин. Ха-ха-ха-ха-ха. Передавать выход. Ладно, заглавие.
Запись? Что? Блин, это что, не работает? Да ладно. Да ну нахер. В смысле? А. Увеличить громкость, уменьшить громкость, выключить звук. Субтитров, добавить файл субтитров. Понятно, это какое-то говно. Эффекты и фильтры. Короче, какая-то херня, я ее не буду трогать. Что у меня как когда отец убьет. Информация о кодеке. Ага. Херня какая-то. Видите, что, друзья, ругаюсь матом. Просто пиноходка. Чё? Да лоханулись совсем? Это что такое? Что за херня? Плейлист. Ни хрена себе! Это что за херня? Производи это говно. А почему не хочешь воспроизводить это говно? Иди в жопу. Ой, блин, я ВЛЦ случайно выключил. Я запиздывал, скажи. Чё? Что я сделал? Меня убьют. О, всё, переключился. Я её... Помощь. Авка по медиаплееру ВЛЦ. Ты уже любишь, слышь, ёкальки-маны. Помощь проверить обновление о программе. Медиа-проигрыватель ВЛЦ 2.2.4. Медиа-плеер ВЛЦ – это бесплатный и свободный проигрыватель-кодировщик. И потоковый сервер создан энтузиастом сообщества VideoLAN. ВЛЦ используется... Так. Ты в жопу. Короче, друзья, ну как вам видосик по медиаплееру ВЛЦ? А, друзья, новость. Вы все думаете, что скоро выйдет ролик. Да, выйдет. А уже... Подожди. Короче, скоро выйдет ролик про... О! А все? Переходите сейчас на канал и вот этот вот ролик вы увидите. Да, блядь. И вы увидите этот. Все, переходите на канал, в принципе. Что же, дорогие друзья? Ну как вам пару слов про ВЛЦ? Я вам ссылку еще оставлю на какой сайтик. Сейчас. Официальный сайт, вот. Вот, я вот эту ссылочку на этот сайтик оставлю. Другие проекты видео вам. Ёкальки-маны. Переходите на этот сайт и вы скачайте в ВЛЦ. Ну что ж, дорогие зрители, это было видео. Пару слов про ВЛЦ. Надеюсь, вам данный ролик понравился. Вот что, друзья, подписывайтесь на канал, ставим лайки, колокольчик, не забываем. А с вами был Чики Windows. Всем пока.